компании «Энергосфера» представляет трансформатор НТМ-6. Это трехфазный антирезонансный масляный трансформатор напряжения. Служит для выработки сигнала измерительной информации и подачи его на измерительные приборы, а также устройства защиты и сигнализации. Устанавливается в комплектных распределительных устройствах на номинальное напряжение 6 кВ. Технические характеристики трансформатора НТМ-6. Номинальное напряжение первичной обмотки – 6 кВ. Номинальное напряжение основной вторичной обмотки – 100 В. Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки – 3 В. Номинальная мощность основной вторичной обмотки – 75 В/А. Максимальная мощность трансформатора – 1000 В/А. Масса – 110 кг. Трансформатор НТМ-6 состоит из бака, заполненного маслом. В бак помещается активная часть, состоящая из магнитопровода и медных обмоток. Выводы обмоток – съемные проходные фарфоровые изоляторы. На опорной поверхности трансформатора имеется 4 отверстия для крепления трансформатора на месте установки. А на крышке бака расположены монтажные скобы. Внизу бака расположены пробка для взятия пробы и слива масла, а также болт заземления. Пробка для заливки масла находится на крышке бака возле выводов обмоток. Купить трансформатор можно, позвонив по телефонам, указанным на нашем сайте.